Уважаемые друзья, сейчас будет нашему вниманию представлен очередной поединок чемпионата мира, финалов чемпионата мира по рукопашному бою. Рефери. И в финальном поединке у нас встретятся Узбекистан, судья международной категории. Боковой Казыгашев Дмитрий Садирджон, Узбекистан, судья международной из категории. России, и Мукашев Улан из Республики Казахстан. Ну, опытные спортсмены, очень достойные. Знают друг друга, неоднократно встречались на ковре. Последнее наставление рефери перед боем, чтобы спортсмены внимательно слушали команды. Так, ну, Казыгашев Дмитрий, он относится к спортсменам такого умного плана, которые не идут в размен, которые очень четко чувствуют, прекрасно владеет ударами ног. Дима очень острый спортсмен, чувствующий. Прекрасно чувствует дистанцию. Так, в захвате. Посмотрим, у кого же будет первое техническое, оцененное техническое действие. Попытка. Нету. Перевода на удушающий прием. Захватить кимоно и перевести на удушение. Но не получилось у Улана. Активность синего бойца. Активность зарабатывает боец с синим поясом за перевод в партер. Центр занимает Дмитрий Казыгашев. И аккуратненько так, удар в голову, но не прошел. Дима воспитанник Красноярской школы. Ух, хорошо, а вот бал-то был бойцу с синим поясом-то. Не заметили судьи. А вот, на мой взгляд, бал прошел. Удар, точнее, в голову прошел, который нужно было оценивать. Так, удар на... у нас попадает. А здесь уже был бал. Ага. Бал красному все-таки. Молодцы, увидели, да. Движение четкое, да, вот. Знаете, как все видно на лице, что удар прошел. Надеюсь, быстро справятся с кровоподтеком. Нахождение врача. Врачи. Мукашева Улана. Не повезло. Рассечение произошло. Переносится рассечена, я так понимаю. Сейчас врачи у нас профессиональные, с кровотечением справляться умеют. Ну и пока Мукашев Улан получает медицинскую помощь, расскажу о Казыгашеве Дмитрии. Он воспитанник Красноярской школы рукопашного боя, чемпион мира он. И сюда приехал неоднократный чемпион России, очень опытный спортсмен, добивался успехов также по карате, становился, по-моему, по юношам, тоже чемпионом мира по карате. Разносторонний, очень опытный спортсмен. Если вы получаете более 2 минут, спортсмен дисквалифицируется. Что там с Уланом? Все, залечили.
Как мы видим, спортсмены стоят в разных разносторонних стойках. Казыгашев Дмитрий стоит в левосторонней стойке, а его оппонент, соответственно, Улан в правосторонней. И переводит в партер. И попытка. Уходит Дмитрий. Ух, молодец. Молодец. Не дал себя расстреливать. Перешел. Активность за бросок. Спортсмены с синим поясом. Замечание за уход от борьбы. Прятался. В коробочке, так называемой. Хорошо. Демонстрация техники Дмитрием. Техники ударов ногами. И, к сожалению, не достигает цели. Не дает произвести захват в ноги Дмитрий. Хорошо он блокирует вход в ноги казахского спортсмена. Ну, но не развивает. Не развивает свою атаку. Поактивнее, конечно, нужно работать спортсменом. Но ставки высоки. Пояс чемпиона мира разыгрывается в данной весовой категории. Напомню, это весовая категория до 60 килограмм. Вот там болельщики. Ни один из спортсменов не хочет обострять. Бал спортсмену с синим поясом за удар в туловище дали. Ну, на мой взгляд, было обоюдно, потому что обратно прилетел удар рукой в голову красным. Спортсмен Дима наносил удар. Вот так. А вот здесь бал, наверное, бойцы с синим поясом. Пожалели судьи. Выход за ковер. И бал бойцу с красным поясом. Напомню, выход за ковер считается, когда боец вышел двумя ногами за ковер. Сначала дается замечание, и потом каждый последующий бросок на спину бойцу с синим поясом. И попытка выполнения болевого приема, Дмитрий. Легко держит, не пережал. Стоп. Не получился. Не получился, хотя попытка была неплохая, но не получилось у Дмитрия болевой прием на ногу сделать. А вот здесь-то. Перевод в партер как будет оценен. Секундант спортсмена из России. Дмитрий спокоен, возмущается секундант. Не заметили бросок, но на мой взгляд. Бойцы, в сторону отойдите, рефери. Бойцы, в сторону отойдите. Были ошибки. Так, судейская коллегия разбирается. Сложно принимать решение здесь.
совещает судейская бригада. Ну что сказать, спортсмены отработали, они сделали свою работу. Дело за судьями. Ну, очень невыразительно, на самом деле, отработал каждый из спортсменов. Не было такого преимущества острого. И, конечно, сложно оценивать такие поединки. Рассматривают, видимо, оценку последнего технического действия. Ну, совершенно правильно. Перевод в партер был, бросок получился со стойки. И балл бойцу с синим поясом должны дать, конечно, за последнее техническое действие, если бросок на спину. Рефери из Узбекистана. Ну, несколько секунд отделяют нас от решения по данному поединку. И судя по тому, как скандируют казахские болельщики, на табло перевес по баллам у казахского спортсмена. Секундант выбросил протест, соответственно, сейчас там рассматривается последнее техническое действие. Сейчас будет... В этом упорном поединке счет 2-2. У бойца с красным поясом одна тенность, у бойца с синим поясом две тенности. В этом поединке с минимальным преимуществом и победитель чемпионата мира по рукопашному бою стал боец синий пояса. Молодец, поздравляем Мукашева Улана. Достойный соперник у него был, но Диме немножко не повезло. Вот так вот. Сил еще даже на хватило на сальто. Молодец. Хороший бой. Немного невыразительный.